Здравствуйте! В эфире телепередача «Стена плача». Сегодня на повестке дня стоит вопрос. Что за центр управляет массовыми демонстрациями во всем мире? Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Турции, лидер исламистской партии «Справедливости и развития», подозревает всемирный заговор. В своей речи в центральной анатолийской провинции Кайсери он заподозрил, что какой-то зловещий центр стоит за всеми массовыми демонстрациями мира, в особенности в Бразилии и Турции. Те же самые маски, те же лозунги, те же самые интернациональные СМИ, в обоих случаях также призывы к беспорядкам в соцсетях Facebook и Twitter. Итак, становится ясно, что за протестами в Бразилии и Турции стоит один общий центр, который пытается дестабилизировать эти страны. Конец цитаты. Эта информация открывает нам глаза на существующую в мире ситуацию, в очередной раз показывает, что странами управляют не правители и тем более не народ. Ими управляет горстка людей, которые и диктуют свою политическую волю в странах по всему миру. Будь то конфликты в Сирии, в Египте, в Таиланде или на Украине, искусственно раздуваемые извне, или общества, которые толкают к моральному разложению из-за неумеренной алчности, везде присутствуют гнусные поджигатели, которые сжигают целые народы, как леса. А так как наши профессиональные пожарные – это средства массовой информации, которые помогают не тушить пожар, а в большинстве случаев еще больше разжигают его, потому что они сами оказались в руках поджигателей, то возникла необходимость создания добровольной пожарной команды. Это мы с вами, люди из народа. Распространение голоса против – наше высокоэффективное средство пожаротушения, а наша справедливая жизнь – это пожарный щит. Всего вам доброго, дорогие зрители. Смотрите нас снова.